Продолжение следует...
Все. Соси сюда, бонжур. Это все да так. Это как канадский бычок. Сначала пасут, потом хвост поднимают. Данил, не доводи нас до кипения, да? А дело в том, что... Тащи вот этот синий народ. А дело в том, что нас в другом месте встретили. Чертан. Так я понимаю, но ты понимаешь, что тут уже вот они приехали, забрали нас, мы уже едем. Понимаешь? Да. Кен. Ну, что? А просто, а я не знаю, что это. Я смотрю, как они плохо стреляют. Это просто не играет. Храбы все, блядь. Спасибо.
Пока в поисках пищи. Не туда попали. Thank you.
Дербатова, хотя их еще и не было. Вот. И еще кто-то там был в то время. Научился раздевалка. Там вообще. Комната отдельно, конечно, там. Туалеты также, да? Не, не такие.
по сравнению с этой, где-то сразу, наверное, 2,5 больше. Плюс потом массажная комната. Отдельная. Вот. Все нормально. Сейчас футболочки. Вот весь состав, который был. И серые футболки с номерами сюда. Вот с изображениями. Но самое интересное, гостевая раздевалка. Вот типа этой. Гостевая раздевалка, типа этой. Вот и все. Вот сразу парадокс. Не, нам такой не надо, 4 трубы на меня. Нам надо еще одну такую. Филипп! О, Филипп! Одними это, одними! Стыдно! Стыдно! Филипп, одними это! Вот они, чемпионы! And today, and tomorrow maybe. Tomorrow is also there. Also? There, yes. They will be here tomorrow. Yeah. Could we sit him? Well, there, yeah, well, we can sit tomorrow. Tomorrow morning. Yes. And then you tell me. Mm-hmm. You tell me. Yeah. Then we go yeah. office for your stamp and again. Я никогда не видел.
Я прячу специально, чтобы он не видел. You say, Olga, away, and here I am, always. Where are you going to be? The tickets are here. Yes, he will come, of course. This is main stamps, here down, okay? On the move. Okay. First. Yeah, first. And our president sitting there. They did not give enough. Not one. Ребята, все будет нормально. Тупакс. Ребята, нормально. Билет. Там пресса. Открой, да. Кричок же подъедет еще. Кричок, Княжок и Мысники. Да, и Мысники. Я его заказывал на 4. Сейчас посмотрим. Это кто он? Это коммерческий директор Генка. Мы с ним все время как бы нужны. На переписке, на общении. Так. Да? 4 штуки. Да. Пресс. Ну все. Персонал. Благодарю. Отличненько. Ну как, так. Нравится стадиончик? Ну конечно. Футбольный стадиончик, футбольный стадиончик. Ну хорошо еще подбил. Говорит, что ты, говорит, ее прячешь от меня? Ну, а у меня общалась Ольга, переводчица. Говорит, в Витебске ты мне ее не показал. Сейчас не привез ее. Что ты, говорит, ее прячешь? Первый это, говорит, Процко, говорит, он прячет ее, не подпускает ко мне. Второй удар выше ворот. Ля, с такой вот не один. Да. Снимай вышку, потом показать городским властям, показать, вот, как вот люди относятся к футболу. Ну там не огульно ставить задачи, блин, первое место. Вот, сначала надо создать маломальски приемлемые условия.
я говорю, блядь, я говорю, нихуя не могу их там завести. Штрафую, если они ни разу не дали к воротам. Но мы пробили сколько лавы? Это не про то, но... просто кто знает такой вот там, агент знает. Я говорю, что, что блядь, там чуть-чуть мало не пропустили. Второй тайм. Стоило этому тренеру наорать, пену дали. Вот там было и закрывать, и уводить. Да, есть. Блядь. Карточек надает. Когда слышишь, когда, блядь. Так все еще этого встать не может. Не большие, да. Заходим по какой-то лестнице. Ты спросил, программы будут? Нет, нет. Не будет, да? Хорошо, Филипп, да, хорошо. Есть мяч, Леша, пошли. Хорошо, серый. Бел. Хорошо, белый. Ты, Коля, сюда же, играй. Сюда. Я здесь ставлю. Играй, Коля. Играй, серый, играй. Блин, кому? Еще. Вот, играй. Тянись, Женя, тянись, ёб, ни разу не вошел, 2,5 минуты. Два касания, не значит, обязательно. Да, не предлагает. Отыгрался, уже третьего искать, ребят, уже третьего искать. Вторую серию, да, два касания на третьего. Собралось 3-4 человека, сразу перевести, открыть. Thank you.
последний ни разу не подвигался в середине. Сейчас третий. Переводи, Калюня! Белый, оп! Теперь здесь беда. Оп, оп, малый, оп! Дайте мяч. Дайте мяч, малый, дай мяч. Оп, что Владимирович замерз. Здорово! Пошли красненькие, бери я тут мяч. Место какое-то выпросить, потому что, блядь, никто бы голосом не выбрал. Переводи вверх! Здорово, вверх! Выходи! Здорово, Серега! Оп, Саш, да! Здорово, Серега! Да. Нейтрально не дает, Яцек! Ну, раздал Яцек, надо на его место встать! Оп, Саш, Саш! Хорошо, ребятки. Женя, твоя бригада осталась в середине. Которые вторую начинали, в середине остались. В одно касание, ребят, без третьего, в одно касание. Все, просыпаемся быстрее. Кто там? Желтенький, кто там? Фил. А здесь кто?
Вот кто здесь? Миша, блядь, пол тренировки прошло. Готовы, да? Молодец, Дима, на. Хорошо. Нельзя, но играем, играем, играем. Хорошо. Хорошо, хорошо, белый. Хорошо. Пошли здесь, желтенький. Здесь берем мяч. С кого мяч? Желтый, пошли, малый. Пошли, красненький. Здесь мяч. Пошли, Серега. Здесь мяч. Мяч ушел, смотри, сюда переключаемся. Игра, Фил, здорово. Постарайся, Горек. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, Димка, здорово, молодцы. Аккуратненько только. Миша! Это не Миша, вернее, а Женя. Хорошо, острее. Жень, кто у вас нейтральный? У вас 5 человек играет, соберите чуть-чуть. Хорошо. Ничего, ребят, ничего, пошли, 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 ребятки, пошли. Хорошо, Фил. Красный играю. Отдай, Фил, красный. Пошли. Только один он, да? Он будет завтра на поле. А, то есть он заводит это все? He will take him on the field. He's the leader of fan club, yes? Yes, 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 yes. А, вот. And he will come for him to take him on the field. Вылетит на поле. You with engine. Хорошо. И уведу. И перо выдеру еще. Карл не приехал. Карл, Карл, он знает, Карл. Давайте не будем строить. Нет, пошел. Прибыл туда пищу. Ребята, 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 ребята,
Пошел удар, Сань. Да, тебе не нужно.
где был в тени. Ой! Бацаваца! Бацаваца, может, на у нас? Нет, один! Что-нибудь как есть. Вот один верх молодец, бьет как я. A new field. They rebuilt it in May. Yeah, they put some drainage under the field. Patrick said that even KAA Ghent don't play here. No, they're not practicing. New field. They're yes? not practicing. No, no, we didn't play it at home yet. No, we did practicing somewhere else. Their exercise field is the other side of Ghent. It's our first game. The season in our own stadium. At the time when I was with kids from my brother outside playing, it was raining. This must be terrific for the guys from the playing for the first time. I think it will be good. That's the first time they play in Europe. Yes. Must be fun. I don't know when he plays. Now I do the attacker who scored two times the last three. Some guy from the supporters. Интересно, успеют наши доехать или нет? So this is Ghent and in Russia. Can't read any names. I know what are numbers. That's boy. Yeah. Books. Frank Books, and that's boy. Yeah. Kenny Thompson? I can recognize a little bit. That's a rap. Tim Smolder? Yeah. It's a really smart. Yeah. It's strange you have other sick letters for writing. It's not phonetic. how was the Turkish referee last week? Was he good? We followed on the internet and we said, go home, Turk. He's from Venezuela. This is Kenny Thompson, always with a smile on his face. This is Azar Pfeiffer, also a Costa Rican boy from his country. He's from Russia. Sorokin. Ah, Sorokin, yes. That's Sorokin. I have a picture of him last Saturday. No, he's not in Ghent? No, he's in the P team. He's playing in Ghent, but not in the A team. I have his picture last Saturday. He was playing in the game Saturday.
Are there much reporters coming tomorrow or not much? I think the trip is rather expensive. Right? Our air company is very expensive. Yeah. Reading the terrace will be very much full, because they don't see it in Holland. And my Holland friend who came with me last year, they said, please, you're making a lot of people in the middle of the street. It's too crowded, so you have to stand somewhere. It's a must have. Классный один удар был. Завтра так бы. About your team, but Andre told me it was the first time he played Europe, so he never has to estimate the opponent. I just think they are the same level. Last week, many supporters were surprised if he lost 5-1. If you think you're better, of course you're surprised then. Вот так вот. Все, Володя, хватит, я показал здесь на глаз. Сам.
Снимают, вы аккуратнее, потому что... О, 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 снимай, снимай ее, машет рукой, вон, все. Видишь как? Это у меня 40-й размер. Все сняли. Вы мне прикидываете. Сейчас машет. Опа, понял? Все засняли, кстати. Одна ночь в Генте стоит 10 ночей Новополоцке. Должны же быть свои люди в Генте тоже, правильно? Там, говорят, пленки тянет. Мало прям.
Субтитры сделал DimaTorzok.